Здравствуйте, друзья! Сейчас мы с вами разберем такой проект, как Eaton Bank Technology. Базируется на нуждах людей, на нуждах продуктов, каким продукт нужны людям. Ну, давайте посмотрим, что это за проект вообще. Самое выгодное время для введения Eaton Bank, потому что мир нуждается в технологии и доставке информации об оценке продуктов и ресурсов. Мировые рынки охвачены спадом доступных кредитных ресурсов, а методы оценки нестабильны. Рынки нуждаются в новом методе обеспечения справедливой рыночной стоимости для всех стран. Данный проект, то есть Eaton Bank, может поставить механизм оценки на рынке для производителей, фермеров. Вот Eaton Bank может капитализировать производство для раздатчиков деталей. То есть данный банк может предоставить капитализацию продуктов, включить данные по оценке. Для финансовых рынков данный банк может капитализировать производители и предприятия. Для общин делать банк может принести справедливую рыночную стоимость. Также для номенклатуры может оценивать валюты, предоставить новую прагматику, новую валюту для людей. Вот такой вот проект, который связывает, можно сказать, оценочность с оценкой продуктов. Вот что это, какие продукты, технологии, продукты доступны для покупки. Для продукции также базируется, соответствует. Вот можно смотреть, что, как, где, смарт-контракты. Вот все картинки можно все это посмотреть, в принципе. Данный проект начнет свое движение в Руанде. В Африке сделал как это более 4 стран, и не более, а все 4 страны, например, и 56 различных валют. Также, как мы знаем, в Африке страны достаточно бедные, если сравнивать, например, с европейскими странами относительно. Данный проект начнет свой проект в 101 из стран в середине Центральной Африки, в Руанде. Постараюсь стабилизировать, принесет банковскую финансовую структуру. План разработки, это вот в Руанде. Первый токен сейл будет в сентябре 2018 года, то есть сентябре вот. Дельная жизнь данного продукта. Тестинг, альфа-тест технологии уже стал с 98 по 2002 год. Информация валют создания. Вот такой вот проект. Ссылки на него будут в описании под видео. Всем спасибо за просмотр и всем пока.